В этом ролике вы узнаете, кто лучший продуктовый ритейлер России. Я сравню Fix Price, Пятерочку, Магнит, который также владеет Dixi, Ленту и ОК. Мы разберем фундаментальные показатели этих компаний и выясним, кто же из них лучший. Но сначала мы с вами проанализируем, как изменились предпочтения покупателей за последние 3 месяца. Стал покупать больше, чем 3 месяца назад. Здесь явный фаворит – это Светофор, это жесткий дискаунтер, значит, мы с вами понимаем, что потребитель начал экономить. И я думаю, что, к сожалению, это долгосрочная тенденция, так как ВВП России по прогнозам упадет приблизительно на 10% в 2022 году, соответственно, доход на душу населения также упадет и реальные доходы также упадут россиян. Стал покупать меньше, чем 3 месяца назад. Здесь у нас в антилидерах Лента и ОК 32,31%. Все по той же причине, что это у нас достаточно дорогие супермаркеты и гипермаркеты. Сейчас перестал совершать там покупки. Антилидер здесь Dixi. Я это связываю с тем, что качество сервиса в этой сети серьезно снизилось. Старое торговое оборудование, большие очереди на кассе, проблемы с актуальными ценниками. Покупаю столько же, сколько и 3 месяца назад. В лидерах здесь у нас Магнит. Это означает то, что в этой сети самые лояльные покупатели, а также красное и белое 60 и пятерочка 60%. Для начала оценим темпы роста выручки компаний. Посмотрим отчет за первый квартал 2022 года. Лидером здесь является Магнит. Выручка выросла на 38%. Такой высокий результат обеспечила покупка Dixi летом 2021 года. Без учета Dixi рост составил 18,8%. На втором месте по росту выручки у нас идет Лента, которая также обеспечила высокий результат за счет новых приобретений. Они купили сеть Семья и московскую сеть супермаркетов Билла. На третьем месте у нас Fix Price, выручка которого выросла на 21%. На четвертом месте X5 Retail Group с ростом на 19%. ОК занимает пятое место с ростом выручки 9,3%. Далее мы с вами оценим, какие факторы роста повлияли на рост выручки в первом квартале 2022 года. Итак, сначала посмотрим на рост торговой площади. Как мы видим, здесь самый большой прирост у Магнита и у Ленты, которые осуществили новые приобретения, а также у FixPrice, который открыл большое количество магазинов. Если мы говорим о факторе онлайн-продаж, то самую лучшую динамику здесь показала Лента 6,5%. Причем в структуре продаж Ленты онлайн-бизнес занимает чуть менее 10%. Это самый высокий показатель среди всех. К примеру, у X5 Retail Group этот показатель не превышает и 2%. Еще одним важным фактором увеличения роста выручки были like-for-like продажи. Это продажи без учета открытия новых точек. Like-for-like продажи очень важный показатель оценки деятельности ритейлеров, и поэтому мы его посмотрим поближе. Самый лучший рост сопоставимых продаж показал Магнит – 12%. Далее идет X5 Retail Group – 1,7%. Ну, можно сказать, что показатели почти равны. А также Fix Price – 1,6%. Если же мы оценим like-for-like трафик – это количество людей, которые пришло в магазины, то лидером здесь X5 Retail Group. За последние 3 месяца трафик увеличился на 3,7%. Небольшой рост покупателей показал Магнит – 0,8%. А количество покупателей у Fix Price сокращается на 0,3%. Также сокращается у Ленты 1,4% и больше всех у ОК 1,7%. Это говорит о том, что потребители предпочитают магазины у дома, а именно лидеров рынка, таких как X5 и Магнит. А теперь проанализируем один из показателей эффективности, это выручку с одного квадратного метра. Наибольшую эффективность здесь показал ОК 85 тысяч на 1 квадратный метр. Для гипермаркета в принципе характерна более высокая выручка с квадратного метра, но в данном случае значительный вклад вносит сеть дискаунтеров «Да», которая входит в периметр группы. Выручка с одного квадратного метра в сети «Да» составляет рекордные для выборки 108 тысяч рублей. На втором месте у нас Лента 81 тысяча рублей с одного квадратного метра. Это связано с тем, что у Ленты также есть гипермаркеты. Далее у нас идет Fix Price 70 тысяч рублей с квадратного метра, потом X5 Retail Group и самый неэффективный Магнит. Далее несколько слов о росте онлайн-бизнеса продуктовых ритейлеров. В лидерах роста здесь Лента и Магнит, которым помогла в том числе низкая база. При этом в рост онлайн-продаж Ленты значительный вклад внесла покупка Утконоса. Самый большой в абсолютных числах объем продаж имеет X5 Retail Group, и как вы видите, так как база у него уже достаточно высокая, темпы роста гораздо ниже, чем у конкурентов. Для вас я подготовил вот такую итоговую табличку продуктовых ритейлеров с основными ключевыми показателями.
Эту табличку и всю презентацию по этому ролику вы можете найти в нашей группе в Телеграме, которая называется «Путь инвестора», а также подписывайтесь в нашу вторую группу, где мы выкладываем всю информацию по российским акциям. Она так и называется «Российские акции». Ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. Давайте еще раз пробежимся по показателям. Итак, рост выручки. Здесь у нас лидер «Магнит» и «Лента», но они совершили новые приобретения. Это «Билла» и «Дикси». А если без новых приобретений, то лидером у нас будет «Фикс Прайс». По рентабельности EBITDA. EBITDA – это прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования. Также лучший «Фикс Прайс» – 19,2% за 2021 год данные. Если мы берем лидеров рынка, то у них у обоих по 7%. Like for like или сопоставимые продажи. На первом месте здесь Магнит, на втором месте здесь X5 Retail Group. Опять обратите внимание, паритет. Если мы берем like for like трафик или количество новых покупателей, то на первом месте здесь, конечно же, X5 Retail Group, почти 4%, это отличный показатель. Серьезно уступает Магнит. У фикс прайса здесь минус, но в любом случае это стагнация и теряют покупатели Лента и Окей. Долговую нагрузку мы оценим через показатель чистый долг EBITDA. Здесь у Магнита 1.6, у X5 Retail Group 1.7. Тоже можно сказать сопоставимые данные. У фикс прайса самая лучшая ситуация, у него самая низкая долговая нагрузка. И у Ленты и Окея самая высокая нагрузка в этой подборке. Магнит оценивается в 10,5 годовых прибылей, X5 Retail Group в 7,5 годовых прибылей. Фикс прайс самый дорогой, 14 годовых прибылей. Здесь 31, не смотрите, потому что прибыль была очень маленькая. И у Ленты 6,6 годовых прибылей. Магнит оценивается в 0,2 годовых выручки. X5 Retail Group в 1/10 годовых выручки. Фикс прайс в 0,25 годовых выручки. Лента 0,15 годовых выручки. Окей, 0,04 годовых выручки. Цена на балансовую стоимость. За 1 рубль вы платите 2,7 рубля за Магнит, 3 рубля за X5 Retail Group, 38 рублей за фикс прайс, 0,7 рубля за Ленту, 0,48 рубля за Окей. Как вы видите, Лента и Окей торгуются ниже балансовой стоимости. Фикс прайс в нашей подборке самый дорогой, но это и понятно, потому что это растущая сетка, которая имеет хорошие перспективы. А если мы с вами сравним два главных продуктовых ритейлера России, то X5 Retail Group сейчас торгуется дешевле, чем Магнит. Все основные ключевые данные я предоставил вам выше, и вы можете сделать уже свои собственные выводы, а я сейчас озвучу свои. Для меня лидером в данный момент является Магнит, объясню почему. На самом деле у X5 Retail Group и у Магнита, как у двух лидеров рынка, показатели, многие ключевые, практически равны. При этом для X5 плюсом является то, что он сейчас торгуется несколько дешевле, чем главный конкурент. Но у X5 Retail Group есть существенная проблема – это зарубежная нидерландская регистрация, которая в том числе препятствует выплатам дивидендов, а также есть опасность двойного налогообложения этих дивидендов. Конечно, мы знаем, что Магнит также отменил дивиденды за 2021 год, но по крайней мере такая возможность выплачивать дивиденды у него все еще есть. Но даже несмотря на эти проблемы, X5 Retail Group занимает у меня второе место за счет того, что это качественный бизнес и с отличным менеджментом. На третьем месте фикс прайс, так как это растущая компания и имеет достаточно высокую маржинальность. Из минусов она сейчас очень дорого торгуется. Далее у нас идут два продуктовых ритейлера, это Лента и Окей, в которых преобладающую роль в выручке является стагнирующий гипермаркет, то есть вымирающий сегмент. Правда, Окей здесь выглядит немного предпочтительнее, поэтому он на четвертом месте за счет своего жесткого дискаунтера, да, который в текущих условиях показывает отличную динамику и будет ее показывать и дальше. А Ленту я ставлю на последнее пятое место из-за стагнирующих гиперов, а также сеть супермаркетов, которых характеризуются достаточно высокими ценами. А в текущих условиях, когда реальные доходы россиян будут снижаться, народ побежит в жесткие дискаунтеры, такие как Да, Светофор, а также у X5 Retail Group есть Чижик. Из-за низких цен на продукты. В целом, компании продуктовых ритейлеров могут оказаться хорошей защитной историей для инвесторов в текущей ситуации. У нас сейчас наблюдается высокая неопределенность с разными другими сегментами российской экономики, которые могут попасть под различные санкции, но в продуктовые магазины мы с вами ходить не перестанем. Плюс, если у нас будет высокая инфляция, а такая вероятность есть и она довольно высокая, ритейлеры могут переложить ее на своих потребителей, тем самым пострадать меньше, чем остальные. И еще я хотел бы вам сказать, что те данные, которые мы с вами сегодня разбирали, а это первый квартал 2022 года, они на самом деле не совсем характерны для обычной ситуации. Почему? Потому что у нас был всплеск в связи с специальной военной операцией России, в марте был существенный спрос в ритейле.
За счет этого мартовского всплеска мы с вами показали достаточно хорошие цифры за первый квартал 2022 года. И важно нам дальше смотреть, что будет во втором квартале 2021 года. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Я, конечно же, разберу отчеты за второй квартал ритейлеров. В общем, будем в курсе ситуации. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Всегда думайте своей головой, просто принимайте информацию от инвест-блогеров и никогда не повторяйте за их действиями. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен.